стране начался капитальный ремонт культурных учреждений. До конца мая планируется завершить ремонт 4 учреждений в столице. К примеру, чтобы полностью отремонтировать Кыргызскую национальную филармонию, было выделено 55 миллионов сомов. На сегодняшний день осталось отремонтировать коридор. Подробности о проводимом ремонте культурных учреждений поведает Айзада Урунбаева. В Кыргызстане, как и в любой другой стране, играет значительную роль и является своего рода лицом того или иного государства. Именно поэтому важно уделять особое внимание развитию культуры и вместе с тем состоянию культурных центров и учреждений. Так, до конца мая планируется завершить капитальный ремонт Кыргызской национальной филармонии, на капитальный ремонт которой было выделено 55 миллионов сомов. На сегодняшний день осталось отремонтировать коридор. Как вы сами знаете, в этом году в рамках ШОС у нас здесь намечается большое мероприятие – гала-концерт. И в честь этого нам специально выделили средства. Совсем немного осталось завершению ремонта. Проделана большая работа. Крыша полностью покрыта новым материалом. Устанавливаются современные кондиционеры, два в одном, которые и в холод, и в жару будут работать эффективно. То, что президент уделяет такое внимание и способствует реконструкции культурных учреждений, дает нам большой стимул для дальнейшего развития. Так, в национальной филармонии сцена, сиденье, гримерная, зал, где проходят репетиции, звуковая и цветовая система полностью обновлены. К слову, в храме искусства последний частичный ремонт проводился еще в 2007 году во время ШОС. Ну а сейчас начинается капитальный ремонт театра оперы и балета. На него выделено 47 миллионов сомов. Там также вся эта система будет полностью обновляться, реконструироваться. В течение 2-3 месяцев там тоже будем завершать эту работу. То есть первым этапом на сегодняшний день идет 4 объекта. Филармония, театр оперы и балета, русский драмтеатр, кыргызский драмтеатр. Вторым этапом на сегодняшний день будет проходить несколько объектов. Это такие театры, как театр юного зрителя, кукольный театр, рассматривается цирк, плюс музей имени Габаратиева. В рамках реконструкции культурных учреждений накануне глава государства посетил Кыргызский национальный академический драматический театр имени Тактабалота Абдумамунова. Президент посетил и русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова. Все эти учреждения относятся к первому этапу. На второй стадии будут проведены работы по реконструкции других культурных центров. Так, поэтапно в Кыргызстане будут реализовывать реконструкцию всех культурных учреждений. Айзада Урумбаева, Бакыт Мамацаев, «Пирамида».